Светлые события для верующих. В набережные Челны привезли святыни, частицу креста Господня и шип терного венца Христа. Свято-Вознесенский собор прикоснуться к ним приходят сотни людей с молитвами о помощи. Предшествовал этому месяц переговоров с католической церковью, ведь обычно святыни хранятся во Франции и редко покидают страну. Этому событию предшествовал месяц переговоров с католической церковью. Только в июне святыню привезли в Россию, так как она хранится во Франции. В 326 году крест Господень был разделен на множество частей для того, чтобы верующие могли кресту поклониться во всех уголках мира. К этим святыням с раннего утра выстраиваются очереди. Кто-то просит о помощи, а кто-то просто приходит с благодарностью. Это величайшие святыни православного мира, которые мы даже я не ожидала, что их когда-нибудь к нам привезут. Вот такое счастье поклонились. Крест – это древо жизни, древо спасения, на котором был распят Господь наш Иисус Христос ради спасения всего нашего рода человеческого. В набережные Челны святыни привезли из Волгограда, до этого были в Екатеринбурге. Увидеть их можно в Боровецкой церкви с 7 утра до 7 вечера вплоть до 6 августа. Затем частица креста Господня и шип тернового венца Христа отправятся по другим городам России. Светлана Салманова, Катерина Карцева, Вести Татарстан, набережные Челны.